Всем привет. Всем привет. С вами Илья и Кирилл, и вы на канале FIFA Time. Сегодня мы будем продолжать карьеру за донецкий Шахтер. Будем дальше, да, первые туры. А, это мясо было, конечно, да. Да, мы два тура как бы не выиграли. Один матч сыграли в ничью, второй вообще проиграли Лейпцигу 4-1. Сейчас будем пытаться исправлять ситуацию и подниматься в турнирной таблице. Ну, конечно, дортмундская Боруссия у нас сейчас будет. Да, но следующий соперник у нас Боруссия из Дортмунда, поэтому... Ух, тяжело будет, ну ладно. Будем стараться. Да. Сейчас будем рвать дортмундцев. Ну или они нас. Да. Так, далее. Симуляции. Так, что у нас? Закрылось трансферное окно, вернее, закрывается. Вот, осталось. Осталось несколько часов всего лишь. Так, сейчас. Поэтому сейчас будут сделки. Он Каутиньо перешел в Баварию, Мюнхен. Хм, интересный трансфер. На конкурента. Ну да. Усилен. Ну, блин, нам плохо. Ну что, будем стараться, что делать? Мы никого не купили и никого не продали. Вот. В аренду кого-то отдавали только. Что такое? Да, у нас есть сообщение с офиса. Видимо, кто-то пытается у нас кого-то купить. Да, Марлоса. Марлоса, да. Но Марлоса мы не продадим, потому как это ключевой игрок. Так, Боруссия Менхенгладбах интересуется этим игроком. Его рыночная стоимость должна быть в пределах 24 тысяч. Та-та-та. Так что вы можете поторговаться. Вот, но мы, увы, отклоняем предложение. Да, нам это. Да, поскорее бы уже закрылось трансферное окно, потому как очень долго происходят вот эти вот все нюансы, там продление контракта, постоянно отклоняем эти трансферы, запросы на трансферы. Да, очень много занимает времени, поэтому ждем уже закрытия. Да, осталось тут буквально. Уже несколько часов, уже 2 часа. 2 часа осталось, так. Да, ну Каутиньо, конечно, в Баварию перешел. Да, это громкий трансфер. Для нашей игры особенно. Да. Вот. Так, что у нас так, дальше? Дальше давай, офис, наверное, что-то тут еще. Да. Трансферное окно закрыто. Так, да, ну, да. Мы, в принципе... Давай покажем, наверное, таблицу. Да, турнирную таблицу. Что происходит? Покажем. Вот смотри, так, Боруссия как раз первая, а мы в зоне вылета. Так, на 16 месте. Нам надо сейчас постараться хоть какие-то очки взять с Боруссией. Да. Желательно 3, конечно. Ну, будем пробовать, в принципе, как бы, я думаю. У нас назван лучший игрок месяца. Ярик, вот, что ли? Да, Ярик. Ярик? Это Ярик. В принципе, блин, команда в зоне вылета, а лучшие игроки у нас в команде. Ну, как бы... Не очень это все. Так, все, поехали. Все, да, давайте. Играем и дома, поэтому обязаны выигрывать. Так, у нас будет, пожалуй, наверное, наша форма. Они пускай играют в серенькую. Да, прикольная форма, я себе даже такую купил. Да, прикольная. Вот, и этот мудлон еще. Поехали, сейчас будем, ух, как рвать этих мудил сраных. Костя, что думаешь по поводу хозяев сегодня? Что ты улыбаешься? Эта команда звезд мамка, неба, сука, не хватает, такой настоящий крепкий середняк. Так, и поехали. Старт сезона поехали. Они пока проваливают, так. Идут в первых двух турах без побед. Перед матчем, сука. Хорошо, опа, что это судью не шайба. Попала. Он за нас. Судья пиндос просто. Может получиться интересная атака. Мандалей, Мандалей. Ух ты, ой. Мимо, мимо, ёптудей. Я думал, он мы все, здрасте, приехали. Вообще, блядь, она не идет игра. Надо, Кирилл, создавать момент. Блядь, вот тут, разгадали, сука, не торопись. Ты только начинаешь говорить, и не начинаешь пороть. Да просто не надо, надо, наверное, блядь, меньше торопиться. Пробовать как-то на коротке сыграть. Так, команды. Поехали дальше. И сразу запускай. Ах, сильно. Ой-ой-ой-ой-ой, удар. Штанга. Сука! Сука, я вообще, блядь, просто шатал дрова, нахуй. Я балбалдей. Ну как так-то, а? Это просто, блядь, фиаско, братан. Это не фиаско, это просто жопа. Да, не получился на коротке, конечно. Вот, и вот, я покрываюсь, давай. Хорош. И я сейчас прострелю. Оп. Эй, ла-ла-лей. Девки выебли, кони. Ну, в одно. Ну. Тайсон опять. Вот это да. А че он на жопу не прокатился, как в прошлый раз? А, ну Донбасс арена. Донбасс арена. Ох, вот это да. Ну, теперь держаться надо. Теперь надо играть еще. Еще забивать надо один. И что-то не вцепился. Он не вцепился просто в мяч. Мячом вперед он идет. Да, отработал. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Кривцов, конечно... Андрюша красавчик. Андрейку вообще просто. Андрейку сегодня не гулял. Да подожди, только 33-я минута. Сейчас уже пойдет. Центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Фуррера вцепился. Хорош, зверь. Погнал.
И вот фланги открывают. Тут может что-то получиться. Ай-яй-яй. Лишь бы травму не получилось, что мало сказать, падение. Удар и все. Да, тут вообще не пойми. Вот, вот, просто, просто вот проходами. И здрасте. Нури Шахид. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, убили не гра. Хорош. Угловой удар, мяч. Андрюша вообще малорик, малорик. Сегодня он, ну, показывает довольно-таки неплохую игру. Мяч летит. Так, и выносим. Ух ты! Выноси, выноси. Хорош. Ой, как еще вынес. Ой, класс. Хорош. И фланг, смотри, фланг. Да, вижу, вижу, вижу. Давай, 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 давай. Давай, Бернардик. Хорош, хорош, малыш. Хорош, хорош. Ты дальше вытворяет. И 2-0. Вот он, потянул, блядь. Как, как? Объясни, как? Если гений забивать, то мы точно не. Да просто как он вытащил? Ярик, давай. Ярчик, штраф. Ай-яй, Тарас. Тарас пробивал. Так, угловой еще один. Так, ну так, вторая попыточка. Давай вот так сделай. И пробивай, пробивай. Ай-яй-яй, бурки. Задолбал этот немецкий. Вудлон. Страус. Мяч. Как-то я ускакал. Так, первый тайм. Первый тайм. 1-0 за нами. Довольно сложно. Довольно много опасных моментов. Андрюша вообще просто... Андрюша бог первого тайма. Поэтому поехали. Второй тайм. Так, второй тайм. Постараемся держать счет. А вообще... Если еще есть моменты, можно забивать. В идеале было бы еще бы. Один хотя бы. Так, и в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. И пробей. Вот отличный удар. Фред Бюрки на месте. Фред неплохо. А что у нас еще? Кольцов на Будко? Ну нет. А хотя, в принципе, да. Почему бы и нет? Будко, наверное, больше будет, чем Кольцов отрабатывать. Ну, они ведут в счете, ну, штрафнул еще. Свежий игрок появляется, соперник ух ты. Будет нелегко. Ух ты, я еще бью. Come on, everybody. Так, ну, Дарьо. Давай. Ай-яй-яй-яй, пережал, пережал, пережал. Чуть-чуть да, сильновато. Ну что? Так, 67-я минута. Так. Обратный пас. Прижали. Вот это раскатывает. Вот это раскатывает. Андрюша, бог. Сегодня просто Андрюша лучше. Получается на данный момент. Да, Андрюша вообще божит. Вот хорош. Пучеревато чувствую. Вот. Увидел, и сам, 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 сам. Выход один на один. Йоги, блядь! Ферейра. Это просто Ферейра. Нет. Это как так? Тайсон. Так он еще... Так он еще не угловой, нет. Ёб твою налево мать, а. Да, у нас пока не замена произошла. Тайсона на Бентинио поменяли. Что не придавили нас. Что-то, что-то Андрюша... Андрюша, бог. Андрюша сегодня... Я имя Андрея уже слышу на протяжении всей игры. Коваленко, отыграй. Нет, чуть не. И перевожу на фланг дальше. И вот он, вот он, вот он, вот он. Это свежий Бентинио. Классный пас, что ты сделал? Что ты сделал? Я это сам. Я видел, передумал. Да куда ты в реке хочешь не выходить? Все вопросы об исходе этого матча отпали. Если мы сейчас просрем, мы будем велить, хотя бы не удержим. Это будет просто фиаско война. Надеюсь, сейчас он просвистит. Да, все, да, победа. Победа. Над, над кем? Над Дортмундской Боруссией. Фу, просадить, конечно. Хотя у нас были моменты, могли мы ее и разгромить, кажется, если честно. Ну, если честно. Если Фреером забить, и у него Андрюша. Если бы Андрюша тоже, да. Да. Ну, как бы, честно, у нас было пару выходов во втором тайме таких вот стопроцентных. Да. Ну, ничего. Ну, 1-0, в принципе. Так. В принципе, это победа. Какая, да, и мы была? Сейчас поднимемся. Лянь, Бавария. А, это, да, а не это. Боруссия на первом месте, да, же была. Не-не-не, я смотрю, Бавария, Бавария, а, Бавария. Байер, мы еще не сыграла с Хоффенхаймом. То Байер проиграл. Так, что у нас по турнирке? Давай посмотрим сразу, сразу турнирку посмотрим. Ну, посмотрим общую. Так, Хоффенхайм, 7 очков. Так, Бавария 5. Шахтер на 9 месте, мы 4 очка. Ну, в принципе, как бы уже. Ничего, сейчас, да. Уже вышли из зоны вылета. Да, да. Вот, поехали дальше. Не будем, наверное, вот это вот разглагольствовать много. Сразу. Да, сразу поедем дальше. Так, ух, и Байер. Байер. Нам вообще сегодня и дальше. И дальше Ганновер. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего. Ну ничего. Ганновер на 13-м месте, не знаю, правда, Байер нет. Байер тут выше нас, по-моему, все равно. Так, так, сыграем, давай гостевой. Давай в гостевой, они пусть в красный. Да, чтобы отличаться. Да, да. Ядрено друг от друга. Все. Так, так, все, по поехали. Все бодренькие. Да. Поэтому. Нормально все. Поехали. Все, поехали. Фу, матч. Начинается. У микрофона так, против Байера Ливеркузенского будем играть. Четвертый матч вместе, в нашей карьере. Матч чемпионата. Вот у нас да. есть одна победа, сегодня одно Байер поражение, одна ничья. Против Донецкого Шахтера. Вот. И сейчас
Будем пробовать. И смотрим на состав какую-то... Байер. У нападающих будет достаточно прост. Ну. Отличный удар. Ай-яй-яй-яй-яй, Лену просто как кошка. Да, Бернард вообще просто умничка. Так, он прошел просто. Глянь, глянь, что сегодня делает Бернард? Еще. Это просто Бернард. Зачем ему его говорить? Зачем? Просто Бернард. И вот так вот сложно. Мы берем уже Байер 1-0. Четвертая минута матча. Конечно, так, поехали, нельзя расслабляться, потому что очень опасен для вратаря. Атака вообще красота. Начало все положено. 1-0, так, сейчас поехали. Будет веселее, игра надежна. Хорош. Тут Тайсон как бы фигурит. Давай, пошел, хорош. Вот она, и в центр. Под удар. Шанс организовать собственную болеет. Атаку. И погнали, вот забег. Не забежал, почему не забежал? Верно. Давай, в центр. И вот он, давай. Классный пас, можно двигаться дальше. Ох, дальше да. Опасно был. Да. Опасно. Так, из-за того углового максимум бы был отлежать. И в центр давай, штрафной Тарас. Мяч летит от углового флага. Ласт Вендер. Хорош. Заметьте четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Затянул. Ну что затянул? Тут может что-то получиться. Бить можно и забивать! Так. И во! Ёбаный стос! Вот я думал мимо, понимаешь? Я так смотрю, он куда-то полетел. Дубль. Просто дубль. В гостях. Байер. Хотя прошел, я просто вскрыл оборону. 2-0, отыграться теперь будет трудно. Да, как-то подозрительно. Собрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Перерыв матча. 0-2. В гостях. Да, счет, в принципе, как бы довольно-таки неплохой, нас устраивает. Поэтому поехали. Нас 1-0 устраивает, если мы умеем. Нас устраивает не счет, нас устраивает 3 очка. Ну, с одной стороны, да, но все равно, как бы, уверенно я тебе скажу. Ну, понятно, придают уверенность. То есть, если, допустим, сейчас мы, как бы, не особо сейчас мы схлопочем, переживаем там за счет, потому что все-таки... Тут его прижимает, не дает все-таки... пространства. Ай-яй-яй. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться. Как бы смоили. Пас вообще просто лучше. Андрюша наш кучерявый парень. Божит, да. Второй матч подряд. Да. Тренер пытается добавить Андрюша сил в игру. Вот и выходит молодец. Новый футболист. Вот выделить могу действительно трех игроков. Ну как бы я не считаю, допустим, того же Тайсона или Бернарда, что стоит вообще как бы вспоминать. Это их прямая обязанность божить на поле. Потому что они являются основными игроками, как бы запускать. Это может быть опасно. Бежит. Пенальти. Пенка. Пеночка. Так пенки потупили. Бля, желтый. Могу выделить действительно троих игроков: Ракитского, Степаненко и Пятого. Я бью. Вроде бы все по делу. Разобрался он в этой ситуации. Играй сторону. Потянул. Давай. Хорошо, ну хотя бы навешай. Незабитый пенальти. Это пацаны вообще, ребята. И тут пошел заки. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Назад чуть-чуть. Решил пробить. Ух ты! Он даже так умеет. Молодец, вратарь. Офсайд. Оборона расположилась очень грамотно. На грани. Мы лепим вообще по всем статьям. А ну Марлос, попробуй издалека шлёп. Ой-ой-ой! Перекладина. И даже мы схватились за голову. Вот это украинский казак. Вот это он присандохал. Вот это казачело. Ты гля. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, наш даже... Наш этот Барашкин. В стиле Антонио Конте за голову хватается. Да. Опасненько, конечно. Ну, как бы без ударов не бывает голов, поэтому... Байер идет к воротам соперника. У нас кто? Тарас. Нет, если бы он... Погнали, Тайсон, давай. Я тягу. И вот он, по флангу. Хорош. 3-0, все. Тайсон на жопе. А, это не Тайсон, да? Тойсон. Что по-моему? Тойсон. Симон, да, Тайсон. Так, Тайсон делает уже. Просто жесткая блеска в центре поля была такой грязной. 3-0, в принципе, этот результат... Так бывает. Выше ожиданий даже, если честно, наши. Да, я прям удивлен, если честно. Да. Байер все-таки клуб такой именитый. Это может быть опасно. 3-0.
Кто там, Степаненко? Я вообще не думаю, что нужно писать. Ух ты, какой запись! Степаненко чуть не исполнил, Степаненко другого в жизни как бы не сделал. Степаненко как может бить? Уходит он на замену. А, это Ярик, за Степаненко. И смотри, побежал, фланг. Все. И звучит финальный свисток. Все, на этом мы закончили второй матч. Вот. Довольно такие серьезные. Ну, противник серьезный, но если честно, как бы было посложнее, не знаю, мне с Франкфуртом. Да, да, серьезно. Дома. Причем. Да, так. Так, давайте посмотрим турнирку. Поднялись сейчас, ли мы? Сейчас посмотрим. Да, поднялись, смотрю, уже на 6-м месте. Так, уже Еврокубки. Уже да, в Еврокубках мы да, в зоне. 7 матчей у нас. Первое место 11 Шальки. Ну, Бавария выше нас, Хоффенхайм, ну, Боруссия. Принципе, такие две Боруссии. Да. И Шальки. Шальки первые. Ну, в принципе, неплохо. Так, сейчас мы играем с Ганновером, который около зоны вылета. Вот, поэтому должны брать. Еще и дома, поэтому должны рвать. Да, должны брать очки. Да, поиграем мы в домашней форме. Ну. Традиционно. Бернар там, смотри, он подсдох. Да? Ну ладно, да, все, ну, запустили дальше. Да. Итак, какие соображения насчет хозяев этого матча у Константина Кетти? Перед сезоном задачей на чемпионат у этого клуба было место в середине турнирной таблицы. Но так здорово начали чемпионат, что теперь планы можно и пересмотреть. И вот мы видим состав хозяев. Ага, под мяч. Тут может что-то получиться. Шастный ход партнером. Может быть интересно. Есть первый гол. Повели, спастись, да? Повели в счете. Так, теперь надо собраться. Кто там пенальти? Да, я уже хотел пенальти. И прямо в центр штрафной. Ну, Бланка! Бланка! Блин, Феррейра. Я хотел. За моему Ярик. Нет, это, по-моему, Феррейра был все-таки. Давай, давай, забегай. Бегу. Хороший пас на вход. Уходи, да. А вот сейчас ну, может быть что опасно. Ну, такое, а? Да, вроде чуть-чуть зажал, ну, Марлос, куда ты шлепаешь? Когда мазать, это просто настоящее да. преступление. Не мог очень, ничей вообще на счет удар стать, сегодня. Не мог даже отдолжить. Не идет, капуста. Надо его, наверное, подосвежить. Потому что он немного подустал. Фред, быстро ноги, Фред. Фред. Давай, замыкай. Хорош! Раздевалочку, фух, еле забили, конечно. Да, молодцы. Фред красавчик. Да не боремся. Блестяще, тотальный футбол здесь. Ни хера нас дали. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шанса сопернику. Сейчас снова равный, 1-1. Маша, конечно, подсдох, если только носиться. Сейчас ничего, отдохнуть после перерыва. Надо подосвежить перерыв на команду. Все, наверное, подосвежите. Каким мне освежать? Ну, Коваленко выпустим, в принципе, на позицию, на, наверное, кого? Тайсона, наверное, да, подснимем. Пусть отдохнет. Давай лучше Патрика на позицию Тайсона. Он быстрее, чем Коваленко. Ну, давай Патрика. Да. А Коваленко можно поменять вместо... Давай Ардица вместо этого самого, Кривцова. Ну, да, и хорош, потому что мало ли травма или еще. Ну, да, давай, пусть так тогда отводит. Все, погнали. В принципе... Второй тайм впереди. Да. Будем рвать. И они будут позади. Такой проливной дождь, конечно, должен внести свои коррективы в игру. Как посмотрим, как использовать. Забивать мяч. Это может быть. Хорош, Сарна, Дарио. Пожар! Ой. Дарио исполнил. Да, конечно. Прошел как, вообще как, по центру. Как лучше воду. Как стоячих обошел вообще. Да уж. Блять, ну он же обошел его. Ну он свалил кажется, нахуй. Вот педрила судья, блядь. Всю жизнь говорил, что судья пидорас. Ёб твою ж на левом мать. Давай. Я ебаться б не хотел. Пизда. 2-1. Счет 2-1. Теперь надо вырывать хотя бы ничью. Блять, ну давай, шо, вырывай. Блять. Пердак только нужно вырвать, блядь, теперь. Блестяще он сыграл, теперь надо грамотно распределиться мячом. Коси. Типа. Ну! Супергуд! Все отлично, супергуд. Ну как так-то, а? Я не понимаю. Я просто, блин, не понимаю. Достал. И вот. В этом моменте. Табличка в руках, четверку, судьи, 3 минуты там. Похоже, что лучшего момента для того, чтобы вырвать ничью, может уже не быть. Следует прострел. Ярик, твой.
Все. Проиграли. Слили, блядь, последнюю каточку, так скажем. Могли три подряд выиграть, да, ну, ладно. Не судьба, видимо. Так, понимаешь, проиграли. Не сказать, что они были сильнее, просто именно одна контратака, и, как бывает, это FIFA, один удар, гол. Да. Поэтому смотрим сейчас турнирную таблицу и будем, наверное, заканчивать на этом нашу серию. Так, давай посмотрим. Давай посмотрим. Да, смотрим. Что турнирку, где мы на 7 месте, 7 очков. Ну, в принципе, Шальке тоже проиграла, и у них 11 очков. Ну, в принципе, то есть мы, да, если бы, конечно, выиграли, уже были в зоне Лиги Чемпионов, но, ну, так сложилось. Да. Ладно, будем на этом заканчивать, ребят. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, ставьте... Подписывайтесь ВКонтакте. Везде подписывайтесь везде на нас. Везде ставьте лайки, везде ставьте комментарии. И поставьте всем пока. Колокольчик. Пока.